Ну что ж, завтра уезжаю из прекрасного отеля нашего. Очень мне здесь понравилось, конечно. Еда была очень вкусная, разнообразная. На завтрак можно было заказать из 3 блюд: вегетарское, рыбное или мясное. Вот, напитки прилагались к ним. Вот прекрасный мой отель. Дай бог ему мой рюкзачок. Дай бог ему процветание. Вот в интернете очень хорошие отзывы тоже, конечно. Вот тут у меня остановка автобуса. Вот там вот. А, вон там остановка автобуса. И я поеду сейчас наверх. Вот туда. Хинтерзее. Прогуляюсь. Вот. И к вечеру вернусь в отель и буду собираться уже. Надо еще 65 евро заплатить куртаксы. Вот. И завтра с утреца, после завтрака, Богу помолясь, поеду на поезде через Зальцбург, Мюнхен, Гамбург. И потом до моего дома. Уже соскучилась. Вот. Пожалуйста, Иисус Христос на нашем отеле охраняет нас, потому что в горах очень много может случиться чего. И потопы, и лавины, и сели, и Бог знает, что еще. Вот. Так что здесь очень много, конечно, фигур креста, вот, который нас охраняет от невзгод. Всех люблю, обнимаю, ваша Валя.